чисто с пацанами такие чилим. Интересно. И мы смотрим, как дамочка ковыряется в ухе. О, ты чё, блядь? Ты чё, это кто тут дурак, а? Или ты встанешь? О, вставай, молодец, давай. Ребят, всем привет, вы на канале Nixon Sleep, и это Red Dead Redemption 2, мы продолжаем. Предыдущая серия кончилась немножко обрывисто, но тем не менее мы продолжаем, да. Мы находимся рядом сейчас с фотостудия. А что за фотостудия, блядь? Вот я туда шел, но я не знал, что это фотостудия. А что там делать можно на этой фотостудии-то? О, коровки. Давай. Алиса, садись. Все, поехали. Едем. Ой, собачки гавкают. Ой, собачки. Мне на фотостудии. Что там происходит? Там мне были явно не рады. Так. Вот так вот как-нибудь аккуратненько. Проходим. Вот тут арочка, окей. И сейчас никого здесь в этой арочке нет. Просто, видимо, какой-то бедный район. Прошу прощения. Чего-то творится, блядь. Бочка с чем-то. Это просто были обычные бандиты, которые взяли и заруинили мне катку. Да, так оно и бывает. О, здорово, заказать портрет. А чё портрет? Так я уже себя нафоткался, вы чё? Ну давай портрет. Сделаем портрет как-нибудь. А, изменить выражение. Другая поза какая-нибудь. Ну, а чё за поза? Ух, какой жесткий Артур. Ну-ка, а чё ещё есть? Байли. Ни хрена. С пивом. Сигой. А ещё чё есть? Ебать. А почему я сам так не могу с собой фоткаться? Сука. Ну это все позы, ну ладно. Какое-нибудь выражение такое. Такой, нет, спокойный. И такой дерзкий такой. Давай. Дерзкая такая, чисто фотка. Посмотр фотографии. Ну-ка, что за... Как фотка получилась-то? А, типа все, это они так сфоткали. И они мне загружают social club, чтобы я взял и такой, о, прикольно, все дела, ладно, все окей. Принимаем, одобряем. И мы можем позы менять. Конечно, у него только два выражения лица. Либо грустно, либо такой типа... А. Ладно, давай еще одну. 5 баксов, конечно, он дороговато берет. А, еще фон могу менять, серьезно? Я только сейчас увидел. А это как-то влияет? Мне кажется, или у него камера слишком тусклая. Вот это можно, кстати. Давай, во. Хорошо. Две фотки чисто такие на пафосе. Так, а... Изменить фон? Давай еще изменяем. Посмотрим все фоны, которые тут есть. О. Вау. А давай позу другую какую-нибудь, знаешь, такую. Нет, не такую. Во, вот такую. Да. Нормально так. Так, и еще фон. Фон. Какой-нибудь, что тут еще есть? Не знаю, что это, но выглядит прикольно. Какой-то садик. А, это все? А, все фоны. Все фоны посмотрели, еще пофоткались. Прикол. Ладно. Все, уходим. Спасибо за фоточки. Так, что, все? Тут ничего посмотреть нельзя. Нет, все. Thanks, мистер, да, и уходим. И тех мужиков нету, окей. Так, ну, значит, что мы можем? Зайти в салон Сен-Дени? Что-нибудь тут вообще много чего на самом деле. Можем и в киношку сходить, и вообще. Вообще, тут много развлечений. Давай. Садись. Окей, герл, да. Будем потихонечку ехать, как... Настоящий аристократ. Шериф Роудса прибыл.
на повестку в Сен-Дени, чтобы посмотреть, как тут идут вообще порядки в ночном городе. Все дела. Нет ли тут бунтующих? Мистер. Вроде все пока чисто нормально. Все красиво, даже очень. Но надо заехать в местное. О, пожалуйста, мне нужна помощь. Че? А, я тебя помню. В салоне получше, еще хуже, чем в прошлый раз. Гораздо хуже, да, я помню, ты мне все это делать. О, вот этих тварей надо избавиться, но я боюсь даже приблизиться к ним. Плачу вдвое больше, чем в прошлый раз, что скажете? Ну ладно, ладно, ладно. Опять Господь прятит, но от этого заработка я все равно не отказался бы. Слава богу, отправляйтесь внутрь, но, пожалуйста, постарайтесь ничего не разрушить. Ну давай, найдите и убейте крыс в салоне. Сука. Ну тут, конечно, бы. Тут, конечно, это. Мне нужна Алиса. Эй, крысы еще бегают. Да, знаю я, блядь. Я тут просто, понимаешь, мне надо ковбойский один. А, у меня два ковбойских. Револьвер флаг у Генджера. Самозводный. Шофилда. Какой-нибудь давай, наверное. Вот такой. Ну куда? Да, иду я. Я просто готовился, все. Все, жди, сейчас все будет чисто у тебя в баре. Смотрим крыс. Где крысы? Надо от первого лица крыс встретить. Ой, бля. Конечно, зрение тут сложно будет. Только так вот. Только, блядь, так, сука. Еще пулемета. Вот и был бы здесь пулемет, мне бы покер был, чисто по полу стрелял. Да, убей, конечно. Сука. Да, покажи им, сука. Да. Сейчас все покажем. Блядь. Нет, так сложно. Так сложно, реально. Они еще останавливаются. Блядь. Они меня байтят, короче. Ага. И что, все? Или еще кто? Еще где-то. Блять, где нахер? Где вы, суки? Ну-ка, где вы? А ну-ка. Покажись. Блять, не вижу. Не вижу, блять. Где-то рядом. А это что за... Нет, письмо не могу взять. А. Вот он. Вы молодец, сделайте благородное дело. Еще где-то, что ли? И где? Ёб ты ж, сколько тут трупов этих крысиных. Ебическое. А, вижу. Ага. Где-то, наверное, еще на такой херне стоит. Нет, тут нету. Наверное, внутри, да? Ну-ка, внутри. Серая крыса. Блять, подожди. Только что была под ногами, да? Вот это вот не надо. Тут две... А, тут две, блядь, крысы. Ты что, не сдохла еще, что? Нифига, какая живучая. Может быть, мне это... Слушай, Артур, может, нам патроны поменять какие-нибудь? Необычное. Уже, конечно, поздно, но да ладно. Какие-нибудь такие мощные. Чё у тебя тут есть? Серая крыса. Крыса, блядь. А чё, кроме крыс, тут ничего даже нельзя посмотреть? Сука. И где? Нет. Видимо, какая-то полудохлая еще лежит. А, вот это... Ой-ой-ой. Не съебешься, поняла? Блядь, где-то еще одна. Где-то, сука, еще одна. Только где? Где ты, тварь? Тварюга, ты где? Я ни хрена не пойму, где она. А, кстати, это карточка, да? Опа-на, а вот это хорошо, карточки мы любим. Так, это изобретение. А, чудесное путешествие, ну ладно. Путешествие тоже хорошо. Покембот, шахауна, караван, да, дилижанс, паровоз. Тух-тух-тух, так, чудесные эти, да-да-да. Только, блядь, мне крыса нужна. Мне нужна крыса, 1 из 12, лол. Еще есть карточки, которые я не собрал.
Жесть. Блять, а где крыса? Где ебаная крыса? Блять, заныкалась. Взяла, короче, в соседней комнате спряталась, сука. Вернитесь к бармену. Да, идем, братан. О, спасибо вам, мистер, вы это заслужили, без разговоров. Это точно. Югаря, 22 бакса, блять, чисто на патроны отдал. Блин, я хотел солнце, надеюсь, они больше не появятся, иначе я не знаю, что я буду делать. Я хотел в салон зайти, он будет сейчас там прибираться. Какой кошмар, посмотрите, какая гадость, да. Не говори, какая гадость, блин, еще и ночь, все закрыто. Сука, это что такое? Это тоже какой-то магазинчик, наверное. Я даже не знаю, блин, что делать. Закрыто. Может, день подождать? Или хотя бы похер. Можем и так, наверное, походить. Только возможностей у нас тут мало, конечно. Нам бы все-таки лучше бы поспать. Так, мы находимся, значит, вот здесь. А самая ближайшая вещь, куда я могу попасть, это... Вообще можно сюда? Да. Типа, чтобы город, чтобы вообще не был серый. Чтобы хоть как-то он был исследован, хоть чуть-чуть... Надо здесь прокатиться. О, ебать. О, да, это тоже ебать. Да. Спасибо, все, да. Да, моя любимая. Это полиция или что? Я как бы тоже полиция. Давай, догоняй. Не отставай. Я за тобой потом бегать не буду. Так, а то что-то тут. Просто какой-то закоулок. Ничего особенного. Ну, красиво. Тут признать, интерьер тут прям просто огонь. Интересно, меня... Там... А, нет, меня не может задавить трамвай. Он медленно едет слишком, он тормозит. Так, а это что тут? Шеф Альер. Не, закрыто все. Все закрыто, много очень закрытых зданий. Пустых. Так, а тут что у нас? Тут письма. В письма рановато, конечно. Письма нечего делать. Ну, можем зайти. Джейсис, я весь грязный, сука. Ничего страшного, да? Али. Выплатить штраф. Али. А где штраф есть? А штрафов нет, так что сосать. Ничего платить не буду. Билеты на поезд? Не-не-не-не. Может быть, тут есть заказы какие-нибудь там на убийство. Кого-нибудь поймать. Да, и лошадь тут стоит. Кстати, красивый кадр бы получился на самом деле. Только одна дверь уже открыта, надо ее закрыть. Нажимаешь такой F6 и берешь и фоткаешь лошадь. Не знаю почему, но мне показался этот кадр красивым. Необычно, как минимум. Так, объектив ZX. Ну, можно было, чтобы и нас было видно, но не. Это не то будет. Немножко размыто, ну да ладно. Ну да ладно, идем. Так, смотрим, что у нас тут. А это что такое? Какие-то шкафчики. Но это ограбить явно нельзя. Это дилижанс, не. Путешествовать не будем. Смотри, куда прешь. Да ты смотри, куда прешь. Я вообще-то иду по своему направлению. Не надо тут это. Да, мы можем в кинчик сходить. Представление тут как. Так, еще у нас тут, что это такое? Это у нас домино пятерка. Два представления, ебать. Покер? Серьезно? Все разбросали по городу. Хотя это все должно быть в салуне. Ну, кроме представления. О. Ты что такой крутой? Мужик, ты такой крутой, да? Смотри, мужик. Да, ты такой киваешь, да, я крутой, смотри, мужик, что я умею. Как бы, тут у меня тоже есть такая сига. Так что я еще круче. Ты такой смотришь, а я такой. И все. Кстати, ракурс прикольный. Только я бы, единственное, возможно, бы взял еще бы фильтры какие-нибудь чутенькие. Хотя тут слишком много контрастности. Ну, это прям реально какой-то бандитизм такой. Ух.
Но это нет, это не подходит. Самый, наверное, вот был вот стандартный фильтр и вот этот вот красный. Либо под кайфом тоже прикольно. Ну, вот такой еще, ладно. Сделаем несколько... Отойди от меня! В смысле отойди? Ты что, больной, что ли? Какой отойди, блядь? Да-да, все-все, не злись, не злись. А, это то, что, наверное, я грязный, я понял. Это то, что я грязный, они такие, блядь, фу, отойди от меня, блядь, прибы ебаны. Здравствуйте, вам нужен билет? Ну, спросите о представлении. Какую шоу показывают? Сегодня идет представление «Спасители дикарей. Кругосветное путешествие». Ну давай. Я хочу купить билет. Это зал ДД, прямо за которыми я стою. Да, я уже понял, не дурак. Только я немножко грязно тут. Ничего, да? В таком виде можно проходить? Йоу, прям кинотеатр большой такой. Хотя нет, не такой уж и большой. А, ну, сесть. Добро пожаловать, Супер Сэмэдж. Мы с вами отправимся путешествовать вокруг света. В месте, где бывали немногие. Да, я бродил по великим землям и океанам мира. И покажу вам картины из жизни дальних стран. Знаете, огромная часть мира населена немытыми дикарями. И чё, это понятно? Они не знают, что такое приличие, даже не прикрывают половые органы. Ой, ну начнем со старой доброй Англии. Как вы думаете, почему у всех британцев маленькие красные глазки, его огромные уши и длинные носы? Я не знаю. Теперь мы можем открыть правду. С тех пор, как 30 лет назад у них заработала подземка, Лондон переместился под землю. Это типа смешно, да? Представьте, как детишки были бы рады, что могут играть. Но страдая дождя и дыма нефтепроводных городов, у этого народа есть своя стать. Живущего изящными шлипами среди... И да, у них есть подземный король. Он молится подземному садовому гному. Бывали вы в Нью-Йорке? Кажется, на этом крохотном островке кончается мир. А вот Леди Свобода и заметенная статуя. Тут принято приветствовать ирландцев, бегущих в нашу великую страну. Из-за этих всех проблем с картофелем. Туристы проявляют к ним радушие. Кидать картошки из головы этой леди. В Нью-Йорке здания такие высокие, что когда-нибудь можно будет пешком отправиться оттуда на Луну пеших. Это было бы здорово, а? Ну, это правда. Но вернемся к этой грязной статуе. Это был подарок от французов. Это я, кстати, знаю, да. И на какие денежки французы сделали нам подарок? За счет секса и проституции или от продаж вина и конины? О, нет, сэр. Нам, ну, скажу прямо, под улицами Парижа они нашли черное золото. О. Да, и несколько лет назад Густав Эйфель от компании Эйфель Ойл построил самую высокую нефтяную вышку в мире. Да, да. В окрестностях Парижа нефтяной бизнес процветает. И нефть горит как бренди. Многие французские аристократы пьют ее как, для пищеварения. Французские женщины прекрасно нежнокожие, а все потому, что они принимают ванны с сырой нефти. Ой, ебать. Они умачивают свои тела. Особенно перед тем, как продаться грешным наслаждением плоти. А районы, где поспели вовремя, настигает упадок. Италия. Посмотрите на улицы Италии, там пустота. О, а в церквях пусто, ой. И никто не пьет их кофе из маленьких чашек, никто не хлопает спагетти. Итальянцы никогда не были хорошими архитекторами. И кривые здания постоянно угрожают упасть. Куда сделать женщин и мужчин? Кстати, вот это можно сфоткать. А, почему потухло? Почему-то экран взял и потух. Нифига себе. Все такие, прикольно, идет представление, и Артур такой... Почему-то решил посмотреть... Результаты поиска. Блять, у меня тут еще и Google сработал. Артур решил посмотреть на правый такой, налево точнее, такой, оп. Надо посмотреть на этих прекрасных просто детализированных, проработанных, да. Наверное, Rockstar не думали, что я буду смотреть именно вот на этих женщин, которые, но, мягко говоря, еще не красавицы, да. И он, их клон, блять, они тут... Четыре двойняшки, блять. Мне кажется, они одинаковые. Что те две, что эти две. Сука. И все такие, вау, это представление века. Вместе с Артуром Морганом в этом великолепном, просто изящном кинотеатре. Можно взять... О, вау, вау.
Блестящая фотка. Где все эти итальянцы? Это одна из величайших мировых загадок. А возможно, вы слышали о таком изобретении, как беспощадные повозки. Безлошадиные повозки Германии двигают вперед китовый жир, пары и льда. Я сам скажу, это миф. Но есть более интересная вещь. Немцы создали механическую лошадь. И если не надо есть, не спать. А, типа, это вершина на лошади посадить немецких солдат, когда они будут нападать на Францию или Россию. Так они будут пытаться нашлять свои гастрономические чудеса. Плохое пиво, сосиски, кислую капусту. Они обожают капусту. Но в отличие от Америки, где места полно, Европа так старается от тесноты, что собирается построить новую страну в Северном полюсе. Ага, да, 10 раз. Чтобы насладиться там и деликатесами, мороженое, рыбы, мясо белых медведей, да. Представьте себе место, где не бывает жары. Ты не потеешь, работая в поле. Да и лед там дешевле. Я уверен, что когда-нибудь все народы возьмутся за руки в Северном полюсе, надев меха и жуя рыбу. Моим следующим приключением станет путешествие в Египет. Я слышу, что там люди живут в гигантских треугольниках и говорят на языке вроде китайского. И буквы похожи на птиц, глаза волнистые линии. Они молятся кошкам. А это, конечно, мерзко и отвратительно. Спасибо, леди, что вы составили мне компанию и в этих замечательных путешествиях. Бра. Это было изящно. Это было интересно. И мы смотрим, как дамочка ковыряется в ухе. Это тоже было изящно и великолепно. Все куда-то уходят, а нам похуй, мы будем сидеть. Не, хотя нет, мы не будем сидеть, серия-то идет. Сидеть не надо, я не хочу тянуть время. Вы должны быть рады, что вам снизошла такая великая честь посидеть с самим помощником шерифа в одном зале и смотреть с ним такое великолепное кинцо. Ой, блядь, дождь пошел. Ой-ой-ой. Не одобряем. Не одобряем. Так, а что у нас еще тут есть? У нас еще какое-то второе представление. О, кстати, заработали многие вещи, которые бы мне сейчас это не помешало бы проверить, так как я здесь первый раз. А именно, это скупщик. Странная лавочка, укрывшаяся под арками от шумной рыночной площади. Здешний продавец торгует самым разным товаром, не замечая лишних вопросов. Не задавая лишних вопросов. Ну давай. Давай проедем. Проедем, посмотрим. У меня же где-то здесь еще было ограбление в Сен-Дени какого-то дома. Кстати, это от чего именно было ограбление? От чего именно? Ограбление магазина, оружейная лавка в Сен-Дени, прошу, оружейном. Оружейники Сен-Дени, организующим азартные игры. Посмотрите магазин, чтобы узнать больше. Я понял. Намек ясен, мы это сделаем. Только сначала мы зайдем к скупщику. Ой, не-не-не-не, подожди. Так, у меня тут произошла небольшая заминочка, мне пришлось чуть прерваться. И поэтому у нас наступил внезапно просто день. И мы еще не обошли весь Сен-Дени. Что, кстати, мне на пользу, потому что у меня тут как раз настал день. Я сейчас зайду к оружейнику. И дальше мы посмотрим, что мы будем делать. Вот. Так, где моя Алиса? Ты что убежала? Давай сюда. Come on. Сука, еще эти, блин, тут ездят. Пока она подойдет, лучше самому к ней подойти. В общем, нам надо ограбить оружейный магазин. И я... Да, я аккуратен вообще. Сама аккуратность. Я посмотрю по записи, у меня уже вышло достаточно много. И, возможно, там произойдет разделение на серии. Я отпишу, скорее всего, даже две подряд. Так, извини. Ждешь со мной пободаться? О, бля, все, там на меня сразу кипишевать начали. Но нам насрать, мы просто уходим. Мы просто идем и... Пока что ничего такого особого нет. Так, ну что ж, выходим. Насколько мне известно, именно эта лавка. Вроде бы именно эта лавка. Сейчас мы проверим. Две двери и окно. Это оно. Вот, две двери и окно. Мы заходим. Значит,
Шериф пришел посмотреть, что тут за херня происходит. Ого, поосторожнее. О, прошу прощения, сэр. Сукин сын. Эй, кажется, этот парень только что обчистил ваши карманы. О-о-о. Ебать. Стой, я думаю, что это за баксы? Потому что мне кажется, принес за какого-то другого, сэр. Ебать, да ты охренел. Иди куда едешь, сука. Хватит за мной гнаться. Да ты, тварь, ты у меня бабки стащил, животное. О, да. Простите, что я мешаю, да. Ты совсем рухнулся, верни деньги быстро. Я ничего не дам. О, да ты чё, блядь? Слышь, я не понял. Чё это за новости? Так, давай без свидетелей, пожалуйста. Без свидетелей, давай. Угрожать. А ну-ка, давай бабки, сука. Все, сейчас, я освобожу, как его. Так, ограбить. Это мои, блядь, деньги, какой ограбить? Вернуть! Надо было написать. Это я возьму себе. Блядь, нифига себе взяла. Ладно, я уже ничего. Это уже не честно. Ну все, давай. Ладно, освобожу так уже в быть. Тебя иди гуляй, тварь. Понял, да? Только я не понял, я верну все свои бабки или нет? Здорово. Говорите. Доброе утро. Меня тут обчистили, если что. Да, вы тут поаккуратнее. Хорошо, что они на меня ментовку не заявили. Эй, не толкайся. Да не толкаюсь я. Я хочу просто быстрее пройти. Мадамы, давайте это. Давайте, да. В первый раз, кстати, по-моему, меня берут так просто и грабят. Я даже не понял, что это ограбление. Сука. А, салон. Давай в салон зайдем, раз уж прошел. Я здесь крыс убивал. Напитки. Давай пивас, короче, мне это сюда, быстро. Артур хочет выпить. Привет, привет, дружище. Слушай, между нами говоря, ты же, я рассказывал никому о той проблеме, которую помог мне решить, правда? Просто я бы предпочел, чтобы об этом никто не знал. Да, конечно. В этой части города без того сложно поддерживать репутацию. Слухи о незваных гостей мне не нужны. Да, все вообще. Все, братан, все нормально. Все нормально, мы только это, давай-ка сфоткаемся тут. Такой охуительный кадр. На фоне одной девушки какой-то, вот так вот ее, чтобы было видно, и Артура было видно. Все, мы сфоткались. Здорово. Доброе утро. Как дела? Я почему-то в хорошем настроении. Ну, не буду мешать. See you around. Взял что-то на меня, бычится, обижается еще. Тут пианист. Че, надо похвалить его? Доброе утро. Ту-ту. Кстати, тоже какой-нибудь такой кадр. Можно было бы там с пианистом, но... Это надо подобрать. Да тут как-то темно, с одной стороны, и не надо. А вот алкаша можно. С алкашом. Чисто такой алкопати у нас. Тут с мужиками. С мужиками алкопати. Во. Такой Артур. Бля, такой на карты встал. И мужики. Ну, только я немножко неудачно встал, потому что других не видно. Вот. Ладно, хотя бы вот так вот. Чисто с пацанами такие чилим. Так, а мне можно? Да, вот фильтр какой-нибудь. Такой бандитский. Такой типа, ой. Да. Чисто таки бухаем. Сука. Че? Подъем, пора вставать. Хватит бухать. Все. Больше не бухает. А ты че, ты будешь еще бухать? Или ты встанешь? О, вставай, молодец. Давай. Давай, братан. Эй, мистер. Hello, sir. Hello, бля. Все, я сразу отрезвел. Нормально. Хотя, подожди. Подожди, бля, ну ладно. Я хотел это... Да, вот что-нибудь такое бы. Так, подожди, вот. Что это такое-то? Чё сразу злой? Не, он какой-то размытый. Не будем к ним подходить, не будем их фоткать. У меня фоток и так не уж так много осталось, поэтому да.
Поэтому мы идем. О, парикмахерская так. Это скупщик, у скупщиков был. Я у травника не был. А, это охотник. Это у нас охотник, надо к охотнику. Да, ну-ка. Ой. Сорян, я не специально. Бля, вы че, серьезно? Я не специально же. А че, убежать нельзя, да? Блять. Сука, невооруженный нападение. Да я случайно, ну блин. Ну я случайно, ну как так? Сука. Придет, да, я еще и шляпу проиграл. Артур Морган, да, блять. Расследование, ага. Идите-ка вы нахер. Расследование. В розыске, сука. Взял я не видел, что я делаю, я, короче, его толкнул. Хотел сделать, просто убежать, он взял на него набычился и все. Ой, дела, ой, дела. Еще и, блядь, фингал поставили, сука. Ну, нет, убивать там было бессмысленно. Это чисто косяк управления, не мой. Так что это, да. Сейчас уже буква Е исчезнет, и все будет окей. Только единственное... Да, 5 баксов на меня награда, но это херня. На это вообще насрать. Только... блин, а я же могу срезать, по сути. Да, вот здесь. Вот так пройти, короче, через рынок. Так, давай, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Тут китайцы ходят, это надо быть аккуратным. Это какой-то Чайнатаун. Ну реально, это похоже на Чайнатаун. Тут, ну, очень много китайцев. Вот, да. Мне надо к травнику, мужики. Травнику залечить раны. Говорить. Привет. Ой. Нет, ты. А купить? А чё купить? Подожди. А чё купить? Комплекты одежды. А охотник на медведя? Шапка из мятежей головы? Ебать. Трофейный олень. Нет, тут ничего такого нет. Ловец снов. А, прикол. Ну блин, это надо быть задротом охоты прям. Прям реально быть нереальным задротом охоты, чтобы это все сделать. Вот эти вот все шкуры, хищники, егерь. Егерь, блядь, вихрь смерти. Не, ну это жестко. Это жестко. Такое не надо. Так, шкура лося, ебать. Волка, барана, коровья. Да вы че, серьезно? Коровья, блядь. Охренеть. Бизон. Ну, бизона, кстати, у меня есть. Одежа. Можно даже это как-нибудь так вот, да. Хотя, блин, голова. Голова не знаю. Ну ладно, походим пока так. А, бизон-призрак, вот это я посмотрел, да? Так, а что еще у нас есть? Или подожди, может комплект. О, горец, нифига, подожди. Doing? Ну давай купим. Медведи мне больше нравятся. Так, а горец? Что за горец? Крысоводная шкура барана, блять, бобра. Вопить, ночной ковбой. Кстати, ночной ковбой — это прикольно. Это нужно барсук, лось, волк, пантера. Не, Рокстар, увольте. Вот это я уже добывать не хочу. Превосходная шкура андатры. Это пиздец, ты охренеешь вот одеваться во всю эту одежду. Ну это жесть, это... Так, превосходная шкура. Кабанья шкура. Это столько надо охотиться. Это реально, вот просто брать из всех животных, которые движутся, стрелять. Чтобы все это поймать. Отдать. Пиздец. Шкура барана, велорога. Ошейниковые пекари. И змеиная шкура. Игуаны. Ебать. Да, и бизон-призрак. Не-н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 е
Шляпы можно просто брать и шляпы отдельно покупать. Ну и шляпы мне ничего нет, так же как из ботинок и тому прочее. Так, а улучшенное снаряжение? Что тут? Всадник. Оружейный пояс уже есть. Стрелок. Патронаж стрелка тоже уже есть. А тут пройдите испытание мастера оружия. Ну это же жестко. Вы чё? Пройдите испытание мастера оружия 7, 3, 10. Пиздец. Пройдите испытание бандита.
Бандита, блядь, бандита, понимаешь, бандита. Надо быть бандитом, чтобы все это пройти. Азартного игрока 3, 7, 1, 10. Сколько надо играть просто в покер? Охотник, исследователь. Улучшенный патент на ждавдовика, это улучшенный... Убрать следователя, наверное, это лучше, я не знаю, просто. Типа я это одел. Улучшенный патрон увеличит количество патронов для карбин, винтовок и дробовиков. Да, 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 испытание травника, выживальщик. Оружейный пояс выживальщика. А чё, он такой крутой, типа, или чё? Типа, улучшенный, ну давай купим, чё. Купили, так, и всё. И все, седла, седла, а что по седлам? Бля, ну это нет. Это, пацаны, увы, нет, не смогу. Так, а брать нет, что? Можно тебе просто взять шкуру, купить по большим ценам и использовать ее для этого, для такой одежки. Томагавк, метательный нож. Да. Нет, нельзя. Так, оружейный пояс выживальщика. F1. Типа, пояс увеличит количество патронов, пистолетов, револьверов. Так, слушай, я бы единственное голову бы снял бы это. Это мне надо, это что, это в магазине, я здесь же был, да? А, или я вот здесь был? Что-то я не помню. Нет, я, по-моему, скупщика не был. Так, быка, леди, леди. Ой, упс, да. Ты это, аккуратнее, у меня тут это. Да. Так, мне надо зайти вот сюда, да? Подожди, ой, я не туда, да? Или туда? Подожди. Туда или не туда? Где скупщик? Сука. Где скупщик? А, он, наверное, внутри. А его, значит, это я никак не найду второй сапог. Только не говорю, что ты взял Гарибальди. Эй, дай мне рассказать. Так, купить? Ты не привязал новую книгу? Как ты мог? Что ты там базарил? Добраться до дома раньше Карла по-другому было нельзя. Какие-то там споры. Просто не веришь, что немало первое издание по-итальянски. Уготовлен на особое место, мой друг. Грубая холщовая маска. Капюшон. Получай. Надо же на дозорности. Маска психа. Ха. Так, это... мне надо что-нибудь продать, мужик. У меня тут что? У меня есть тут серебряный перстень. Золотой самородок. Мешочек драгоценностями и... Все, голубая линия. Орхидею мы не трогаем. А теперь можно просто маску? А, да, вот так вот. Не-не-не-не, а можно просто снять маску? И ходить, да, вот так вот, без шляпы, вот это вот. Медвежья, а то она какая-то не очень-то красивая. Мне такое не нравится. И ладно, мы выходим, значит, сходили к тебе. А, нет, мы не выйдем. Осмотреть сундук? Сундук осмотреть, серьезно. Мы можем взять и осмотреть сундук. А что там может быть? Кстати, можно сохраниться. А, вот сюда. Да, вот так вот. Чтобы беспалевно. Теперь взять. И осмотреть сундук. Сундук осмотреть вот так вот. Что у тебя тут есть? Some... А, у тебя ничего нет. Это тупо байт был. Это был тупо байт на плохие дела. Ну, ладно. Ладно, мы уходим. А то еще раз разозлишься, небось. Мы просто уходим, 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 уходим. Все, мы ничего не крали, ничего не смотрели, да. Спасибо тебе, так. А, значит, мы были здесь, 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 здесь. И мы не были... Вот здесь мы были, это точно. Так, вот доктор, доктор. А что у доктора? А, лекарство, лекарство. Ну, можем к доктору зайти, что бы нет, пока день. Hello, sir. Да, здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Мне надо как-то на дорогу выйти. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот выходим. И зовем лошадь. Где моя кобыла, сука? Подходи ко мне. Не буду же я пешком бежать. Сука, она что-то вообще далеко от меня отстала. А это мусорня. Ой, бля. Ладно, 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 ладно. Тихо, тихо, сдаться, 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 все, 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 все. Так, хочешь, не хочешь, тогда пойдешь со мной. Да, 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 блядь. Арестован, сука, арестован. Только вы у меня не забирайте шкуры, пожалуйста. Пожалуйста, не забирайте.
А то это... Мне придется сохранение перезагружать. А так я хотя бы подумаю над своим поведением. Так смотрит, блядь. Кстати, охуительный кадр. Знаешь такой? А, в данный момент фоторежим недоступен? А, окей. Даже нельзя было сфоткать. Все, мы вышли из тюряги. Нас освободили. Ну и шкуры, кстати, оставили. Спасибо. А я же был здесь, да? Да, я был, я помню это место. Я сюда какой-то труп доставлял вроде бы. Так, собственно, а он, блин, у меня тут представление есть. Может, на представление сначала сходить? Или на представление потом? Ладно, на представление потом мы сначала идем туда, к доктору. Идем к доктору, потом сходим еще. Там в одежда какая-то была, можно что-нибудь прикупить. Посмотреть. Жалко, что у меня нет видеокарты с RTX. Я бы хотел посмотреть на то, как тут ведет себя RTX. Если он тут, конечно, вообще есть. Было бы неплохо. Да, заходим. О, закрыто, блять. А, это надо с другой стороны. Надо вот отсюда. Здорово, что продаешь? Рассказывай. Каталог. Или... А, он пушки, наверное, просто. Он, наверное, просто продает пушки и... А, нет, тоник. Блять, это же врач, тоники, сука. Тоники, стимуляторы, все имеется, все есть, продано. А, кстати, можно... Можно инфу читать, короче. Как я делал с оружием, может быть, тут это... Что-то интересное, well, полезное. Да. И теперь обратно. Блин, что-то много инфы. Так, крепкая настойка. Дальше. Что есть? Сильное чудо-зелье. Да. Сэр, я считаю, обязан обходить ваш продукт. Там то-то-то-то-то. Так, подожди, это я снизу листаю? Или сверху? Я еще не понял. Как-то середины начал листать. О, вот так. Чудодейственный тоник, крепкий тоник. Так, что еще есть? Тут продано. Продано, блядь. Давай, тоник обычный. Чудесный состав. Мазь. Жевательный табак, да? А, кстати, жевательный табак надо взять. Кукинг. Кукинг, да. Вот это читаем. Все прочитали, все узнали. А что еще? Вот тут тоже что-то. Сильное лекарство для лошади, да. Хотя, в принципе, зачем это читать, если и так понятно по названию. Сильный стимулятор для лошади. Так, выносливость явно. Так, что еще? Все? А это что такое? Это просто так? Уход за лошадью. Окей, посмотрели, что-то ассортимент у тебя, конечно, не шибко большой, у меня это все есть. Так, и что, получается, мы делаем? А это что такое у тебя? Купить плитка шоколада? Плитка шоколада, а почему ты так мне не покупала, я не продавала? Ну давай куплю. Ну давай куплю. Все. Слушай, мужик, а что у тебя там за дверка, а? Ну-ка, рассказывай. Я тут самопроверка. Хоть я не в форме шерифа, но я должен проверить. А, закрыт. Я понял, ладно. На сегодня ты можешь спать спокойно. Наверное, у тебя тут ничего нет. Так, а мы идем. Теперь мы идем, ну, к оружейнику, собственно, да, наверное? Вот это все обсмотрели. А, потом... Нет, парикмахеру нет. Хотя у парикмахера может быть... Бля, мне надо будет купить тоник для волос. У меня же волосы должны отраститься, но они растут медленно. Сука. У меня как раз таки тоника и нет. Тоника нет, это плохо. Так, а тут открытое чудо-зелье нет. Но это не то все. Это все не то. Печально. Так, надо на лошадь тогда сесть. Да, ой, простите. Я не специально вас толкнул, кто бы вы ни были. Это так чисто это. По инерции получилось. А, все, уже приехал? Уже приехал? Блять. Ладно. Так, короче, подожди. Можно это, как его? Что-нибудь такое, это...
Это использовать, отпустить? Не-не-не-не-не. Я хотел... Бля, или... Во, да, я хотел шляпу одеть. Шляпа скотовода, панамская шляпа, шляпа охотника, пехотинца. Шляпа Артура. Ну, шляпа Артура же бомжатская. Мне нужна какая-нибудь нормальная такая. Пехотинца. Не, вот точно не пехотинца. Точно не вот этих вот тварей. Так, а охотника. Ну ладно, охотника. Будем охотником. Короче, это, тут подпольный бизнес, говорят. Good morning, sir. Good morning. Glad to see you back, sir. Так, здорово. Ну-ка, ну ты какой-то подозрительный это. Хоть у тебя в каталоге мне ничего не надо, но я посмотрю так. Чтобы не палиться. Что вообще есть? Ну то же самое будет, по сути. Да, вот это закрыто, это все есть. А, нет, вот таких я не видел, но они закрыты. Пистолет, пистолет Маузера, Шмаузера. Закрыто, закрыто. Есть, есть, блядь, и закрыто. Есть, закрыто. Патроны револьвера, но нет. Не хочу покупать стрелы. И, в принципе, все. В принципе, все. Подожди. А, подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Я же описание вот этого всего добра-то не читал. Я читал-то просто оружие, а вот этого не читал. Это как-то упустил. Тук-тук-тук-тук-тук. Не зря же Rockstar по-любому это писали. Они надеялись, что я это прочитаю. Я это прочитаю. Но только не сейчас, но я по-любому прочитаю. Да, вот специально радио Rockstar стараюсь. Нажимать пробел. И смотреть, что у вас тут есть. Да, да. Даже такие элементарные вещи, как патроны. Я знаю. Это вообще нахрен, по сути, не надо. Но чё бы и нет. Чисто так порофл. А, магазин дробовик, кстати. Вот этого дробовика я не читал. Непревзойдённая убойная сила. По нашей особой цене. Откройте для себя новые возможности. Отправьте мне друга на пенсию. Бля. Окей. А это я читал или нет? Это, кстати, не помню. Качество сборки отличной скорострельности. Автоматический дробовик. В какой сильный. Да, ладно. Начитались. Мы тут пришли не читать, а разбираться. Что тут за говно творится, говорят тут. No. Слушок прошел он. Вопросик на карте даже у меня это. Какая-то хрень тут творится. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая-то дверка. Стучать. И чё? И чё это? Sorry, pal. Извини, блядь, вот только по приглашению. Вы обнаружили, что является, да, тайной деятельностью. Теперь вы можете играть в нелегальный магазин. Это, мужик, короче. Мне надо бы сохраниться тут. Надо сохраниться, то я знаю, как бывает в таких вот вещах. Все не очень заканчивается, поэтому... Поэтому, да, мы сохранились. И берем теперь. Давай. Ограбить заднюю комнату. Это G? Покажи мне, что у тебя там за дверью, прямо сейчас. Там нет ничего, просто терраса, просто место, где можно отдохнуть у толпы. Да. Ну так давай зайдем туда и отдохнем, вперед, пошел. Давай, сука. Давай. Открывай, это я. Опять совсем, значит, делать нечего. Сам знаешь, как оно бывает. А вот ты где. А где еще мне быть? Да, пожалуй, ты прав. Тебе что-то нужно? Нет, просто захотелось подышать свежим воздухом. Ну ладно. Сижу там целый день и смотрю, канарейка в клетке. Это я точно в порядке? Но лучше не бывает. О, да. Эй, что происходит? Так, что тут происходит? Так-то это. Мужики, давайте это, валяйтесь тут это. Так, спокойно. Изи. Просто собрались люди поиграть в покер. Третий этаж, дверь в конце коридора. Оу, прошу, не горячитесь, не стреляйте. Так, слушай. Мне слишком мало платят, чтобы я настаивал. Я никому ничего не скажу. Да, а мне насрать, я у тебя бабки заберу, понял, да? Платиновое кольцо. О, чё, у тебя ограбить, давай. Ну давай тебя ограбим. Чё бы нет. Слушайте, я на этой работе всего 2 недели.
Ебать, тут покер играет, значит, да? Бля, а честь понизили. Ладно. Честь мне понизили. Я же говорю, на третьем этаже. Да лежи, я понял, блядь, все. Я тебя не убил же, не убил, все. Это второй этаж. Блядь, пиздец, у них какой домишко взяли тут. Понастроили третий этаж. Черт. Так, короче, это... Санопроверка, что тут за нелегальные бизнесы, а? Ну-ка. Это частная вечеринка, вы должны уйти. Да ладно вам, у меня есть деньги, сколько заходите за вход? Вас нет в списке, уходите, а у вас не будут большие проблемы. Успокойся, я ошибся, я думаю, тут все могут играть. Нет, не все, так что проваливай. Ну, вот это вот ты зря. Вот это, сука, ты зря. Вот это реально не надо было. Господи, блядь. Мужики тут это. Я никого не хочу убивать. Только без глупости, все это не вот на столе. Задать вопрос. Ладно, только без фокуса, тогда у тебя не будет проблем. Отсюда не уйду, обещаю. Так, мужики, давайте. Давайте бабки сюда. Сколько бы тут ни было. 50 баксов. Ну ладно, ладно, неплохой куш. Вот держите все ваши. Только успокойтесь. Так, это. Тебя можно связать? Задать вопрос. Если я узнаю, что вы припаяли деньги для вас, все закончится очень плохо. А что, связать нельзя? Проклятие. Заткнись, черт побери. Если у тебя прямо сейчас, если не скажешь, где остальные деньги, сука, давай. Ну-ка. Нет, не надо. Только тебя в руки не дома. Эй, полегче. Да заткнись ты уже. Давай. Деньги в сейфе, только комбинации знает только он. Кто он, блядь? А что, связать не могу? Я не понял, а? Да давай, это я хочу тебя связать. Сука, связывайся. И чё? О, пошло-поехал. Да. Ты чё, блядь? Вот это я не одобряю, я тебе это... Давай. Всё. Взял, короче, это. И хотел съебаться. А ещё один, да? Тут есть еще один, да, этот. Давай, я в тебя еще метну. Вот так вот, да. И чё? О боже, нет, давай комбинацию, говори мне, быстро. О, бля, я понял. Свидетели на пустом месте. Заебись. Просто заебись, сигара. О, ну да. Вот просто как? Как? Вот объясните, как? Артур Морган, блядь, в розыске. Да, действительно. Тут подпольный бизнес, чуваки, ничего, да? Это как бы ничего, совсем ничего. Золото самородок. Йоу. Обыскать золото. Ну давай еще обыщем. Сейчас придется обстреливаться. Это хуево. Пиздец. И как? Вот как просто? Где, блядь, код? Охеренно. Код не могу найти. Подожди, блядь. Мне нужен код. Код, понимаешь? Код, да? Да, может... Ага. Законник. Да подожди, блядь, братан. Стой на месте, твой последний шанс, не вздумай шевельнуться, блядь. Давай это. Не надо вот это вот. Вот это вот не надо, да, блядь, молодец. О, блядь, да. Конечно. Давай, связываем. Я никого убивать не хочу. Понимаете, мужики, никого. Никого, блядь. Все, тупо, блядь, всех связал. Тупо, блядь, всех связал. И того. Да, еще это кто-то. Блядь. Нет, тут без убийств никак.
Да это ж по сути ограбление, так что да. Тут никак, увы. Блять, это ты заебал. Бесишь, сука. Я пришел, значит, с проверкой. Лежи, блять. А вы на меня бочку катите. Я так и не понял, как открыть этот ебаный сейф. Пиздец. Пиздец. Нет ни одной, блядь, записки просто. Нету. Нету. Какой-то... А, может быть, подожди. А может быть, какая записка? Какая записка? Подожди-ка. Ну-ка. Подожди. Ну-ка, давай, давай узнаем. Давай узнаем, что тут. Сейф. И чё? Забирай. Блять, палёные деньги. Нормальная тема, конечно. Да, 19 баксов, серьезно? Серьезно, это весь навар? Вы, блядь, ровлите надо мной. Охуенно. Охуенно, что сказать. Это, сука, весь навар сейфа, блядь, сейфа. Да, охуенно. Четко. Спасибо, спасибо, блядь, за навар. Это вообще, я обожаю. О, блядь, как ты меня пострелил. Блядь. Сука, 190 баксов. Я сейчас больше обанкрочусь, понимаете? Да. Да, да, блядь. Спасибо. Спасибо за такой охуенный навар. Честно. Ага. Сама бич. Подожди. Шляпа. Блядь, почему он не нажимает метки глаз? У меня это еще ебаная жвачка кончилась. Что тут еще есть? Молотый кофе. Да тут ни хрена нет, вообще какой-то помойный магазин, честно. Я рассчитывал на что-то больше, ага, 10 раз. Блять, подожди, что там взять? Заходи, блять. Ой, блядь, да-да, вы что, вчера, Артур, блять. Ёбаный Артур. У вас максимальное количество, блять. Ага. Да-да-да, подожди, давай-ка это предмет, короче, какой-нибудь за нём. Какой-нибудь, да можно даже мощнее. На тройку что-нибудь есть? Нет, только двойка. Короче, да, я понял. Я просто беру. Беру и ухожу. Сука, тупо через крышу. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Только, блядь, я без лошади, как бы, ничего, да? Как бы совсем ничего. О, заебись. Заебись. Охуен припарковались. Просто охуен. Да, 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 да. Please don't. В розыске, да. В розыске, в розыске. Артур в розыске, сука. Он в ебаном розыске. Иди-ка в жопу, блядь. Иди нахер, сука. О, еще там. И здесь. Ёбаный в рот. И как? Вот как, спрашивается, мне скрыться? Ну это же не законник. Вот эти красные точки, это же... А, нет, это законник. Это законник. Блять, это законник, сука! Это законник, бля, иди нахуй! Тупо иди нахуй, отвечаю. Мне нужна лошадь. Бля, мужик это... Не обессудь, давай, не, лошадку. Лошадку, сука, давай, погнали. Погнали, ёпта. Блять, она красная еще какая-то такая прикольная. Сука, 240 бачей. Это называется пошел. О, кстати, лошадка так красивая, мне нравится. Я бы даже себе ее оставил. Ну-ка, поехали. Ну-ка, поехали, бля, собаку убил. Бля, я убил собаку. Насрать на людей, главное, что я убил собаку.
да, служитель, да. Разъехались мы с тобой чуть-чуть разъехались, но, блядь, ты меня все равно заметил. Сука. Давай, давай, быстрее. Съебываем нахер с этого города, нам тут не рады. О. И чё? Он же сейчас меня спалит, да? Бля, спалил. Бля, сука, спалил. Все. Все, вот теперь съебываем. А вот теперь съебываем. Нахер отсюда. Нахер. Все, 260 баксов, все, блядь. Охуенно грабанул магазин. Просто пиздата. И самое забавное то, что, ну... Да. Забавно будет то, что мне придется этот штраф выплатить. Я мог бы сохранение перезагрузить, но тогда в чем был бы смысл этого ограбления? Просто смысл бы этого ограбления напрочь бы пропал. И поэтому я, наверное, перезагружать не буду, а просто оплачу штраф. Благо бабки мне позволяют. Пришел на ограбление, в итоге остался без ограбления. Это заебись, это прям заебись. А что, мне засчитали вообще это как поручение или нет? Ограбление дома? Ну все засчитали? Типа я понял. Я вас понял, все, 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 все. Никого нет. Артура, блядь, здесь нет. Все, 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 все. Можешь револьверы свои спрятать. И пока тупо почилить здесь. Кстати, а чего у меня тут было такое интересное? Я проезжал. Что-то такое было. Надо будет сейчас заехать. Какая-то постройка. И надо будет заехать в первую очередь еще на почту, оплатить штраф. Да, уважение лошади. Я хочу, кстати, себе эту лошадь, кстати, она мне прям понравилась. Прям вообще заебато, это все Алиса, да, Алиса. Давайте что-нибудь новое уже. Надо на ней. Так, а где постройка у меня была какая-то? Как бы на нее попасть? Я что-то там увидел такое прикольное. Блять, а вот, 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 да, вот этот какой-то домик. Старый такой, заброшенный. Весь уже просто заросшийся. Что, зайдем? Зайдем, да. Кстати, она самая интересная. Эта лошадь, она не стала даже меня откидывать. Такая, окей. Я буду твоим новым питомцем. Животным. Погладить. Моргет. Молодец. Тебя можно даже, наверное, а, нет, покормить нельзя отсюда. Так, а что тут есть? Ну-ка. А тут что-то ничего нет. Просто какой-то домик заброшенный. И чисто для декорации. Ничего в нем интересного. На второй этаж никак не заберешься. Никаких лестниц. Может, чему-то отсылка, конечно. Но... Что-то я сомневаюсь. А, это крокодил. Крокодил, крокожуй. Аллигатор. Аллигатор, блядь. О. Больно, больно. Побежал. Ты давай это тоже. Побеги отсюда. Уходи. И ты уходи, блядь. Иди нахер в воду. Я тут местность осматриваю, понял, да? Мне надо проверить. Да, все, убежал. О, черепаха. Ну, не, черепаха не нужна. Маленький. О, кстати, маленький. Ну, блядь, это лук нужен. Ваши лошади слишком далеко. Блядь. Это, давай, без фокуса. Ой, блядь. Я слишком долго стрелял. Гандон. Говно, гандон. Тварь взял, короче, меня укусил еще. Так, а слушай. А это что за домик? Не. Мне нужна моя лошадь. Все-таки мне нужна моя лошадь. Я потом сюда вернусь. Заберу шкуру аллигатора, но... Блять. А где еще одна лошадь? В смысле ваша лошадь? Вот моя где-то здесь. Новая. Блять, а где новая-то? А где новая лошадь?
Я не понял. Где, сука, новая лошадь? Я ее здесь оставил, алло. Бля. Она что, съебалась? Пиздец. От меня взяла и съебалась лошадь. Охуенно. Просто охуенно. И придется пешком-ка тогда идти. Пиздато. Просто пиздато. И до почты. А где ближайшая почта? О. Я понял. Бля, я даже не туда. Он как-то криво даже метку ставит. Вот, я сюда поставил. Да. Да, давай, давай, давай. Все. Побежали, блядь. Без лошади. Птица. Изучить, что за птица. Снежная цапля. У, прикол. Прикол, прикол. Ученые снежные цапли водятся в лимоне. Такие красивые, эти хищные птицы питаются рыбой, лягушками, ракообразными насекомыми. Лучшим оружием для охоты. Цапель такой размер считается. Ментовка, армия, белая американская цапля. Можно использовать для создания предметов. Понял, тушки можно продать. Пасып, 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 пасып. Вы бы лучше лошадь мне дали так, а не цаплю. Блин, лошадь моя, блядь. Мужик, подвезешь? Мужик, а? Подвези, блядь, братан. О, да, подвези. Можно, да? Конечно. О, можно, да? Охеренно. Я надеюсь, он не угонит транспорт. Он просто сядет. Давай. О, все. Все нормально. Поехали. Я нашел себе нового друга. Да, вообще красавчик, блядь. Взял, короче, меня такой. Такой, да, без проблем, братан. Смотри, какое у меня пафосное лицо такое. Прям сама, да, братан. Пафос и дебета в одном лице. Давай что-нибудь такое. Типа вот с моим бро такой сфоткался. Едем дальше. А, я не могу управлять, да? Сука, ну ладно. Я доверюсь тому, что ты сможешь меня... О, все, уже моя лошадь. Все, давай, давай, давай. Давай, давай. Меня к почте, пожалуйста, на повозке. Мы же все-таки аристократы. Мы должны на повозках передвигаться. Побогаче. Да-да-да. Жалко, кстати, что здесь нельзя создать собственную... О, тут кто-то есть? Пожалуйста, слепому. Спасибо, пожалуйста, спасибо. Все. У нас тут это надо делать добрые дела. Дать денег. Тут кто есть? Здравствуйте! Да, денег, на, мужик. Ты слепой, тебе это, а не важнее. 50 центов, что-то ж копейки. Благослови вас Бог, мистер. Вы просто святой. Да, сэр, вы должны быть больше таких людей, как вы. Храни вас Господь. Да. Все. Не, воровать. Как вы воровать? Ты что? Артур, мы не воруем деньги у слепых. Мы только воруем деньги у богатых. Пожалуйста, поделись здесь пару монет. Да уже отдал тебе пару монет, все. Все. Едем дальше. Едем на почту первым делом. Я, насколько знаю, тут есть какие-то побочные квесты в Сен-Дени. Их много, но почему-то они у меня до сих пор не высвечиваются. Их нету. Сейчас их нет. Может, они потом появятся. Как я продвинусь дальше по сюжетке, я пока что, видимо, нет. Ой, бля. Бля. Я случайно. Честно, я случайно, но это. Давай-ка это тут оплатить, пожалуйста. Да. Штраф. Именно штраф. Давай. Лимойн. А это Лимойн, блядь, даже не Сен-Дени. А, это все штат Лимойн, город Сен-Дени, все понял. Все понял. Там кто-то газету хотел мне продать. Надо взять. Кстати, я не понимаю, почему тут нельзя ставить на какие-нибудь скачки. Даже в GTA 5 можно ставить на скачки, а здесь вроде нельзя. Ру-ру-ру. Так, а куда мы едем-то? Представление уже было. Магазин закрыт. Ясное дело. Ну, можно в парикмахерскую вот эти вот все въехать, последние достопримечательности. И потом, я не знаю. О, себя чисто ли кровь? Ты кому, блядь? Стали кровь? Какая кровь? А это... А затем спросите себя, какого мерзкое, отвратительное
непристойное гнетущее явление на свете. Смещение. Смещение раз. Природа, природа любит чистоту. И не любит смешение. Природа любит фамильные древа, а не фамильные кусты. Ты это, поговорить, блять. Раз мы живем в Америке, в дарованном природе раю на земле, мы должны бороться за чистоту. Я хочу, чтобы вы... Мне нужно, чтобы вы были чисты. Привет, мистер. Могу я предложить вам брошюру, сэр? Ну, давай. А ты в курсе? А, ладно. Почитайте. Очень познавательно, объясняю все, как опираясь на научные факты. А Евгеники? Почему мы белые под угрозой, и что нам нужно сделать, чтобы дать ей отпор? Мы под угрозой? Да, под угрозой. Люди уже не те, что прежде, сэр. Я хочу сказать, белые люди не изменились. Но все прочие расы жаждут нас истребить. Я не хочу погибнуть, сэр. У меня есть друзья-мексиканцы, друзья-индейцы. Так что это, я знавал негров, ирландцев, итальянцев. Были среди них хорошие люди. Я встречал хороших белых людей, плохих черных белых людей. И чаще всего глупых белых людей. Вы, сэр, просто глупец. Это ты глупец, как вы можете верить в равноправие, блять? Мы против расизма, сука. Я за всю жизнь не слыхал большего вздора. Ой, бля, все. Этот господин верит, что люди равны! Да это ты глупец, говорите за себя, сэр, говорите за себя. Я не понял, только что назвал меня дураком? Дурак! Дурак! Иди-ка сюда. О, ты чё, блять? Ты чё, кто тут дурак, а? Ты чё-то против моих черных братьев, ты охренел? Я за равноправие, всё, что ты давай-то. Давай-давай, сука, давай-давай. Чё, убежать хочешь, да? Сторонники Евгеники, оу. Давай-давай-давай. О, ты чё бежишь, блядь? Ты чё нахуй? Давай-давай-давай. Вот, ну чё? Связать. Это тебе, блядь, за моих черных братьев, понял, да? Все, сука. Вот теперь, блядь, вот все, блядь, будешь это. Вот будешь теперь валяться, мне пофигу, ты расист, блядь, вот и валяйся, он сейчас черный брат тебя побьет. Ну ты куда прешь? Мне тут не надо расизм разводить, понял, да? Мы только за равноправие, да, и мне надо... Я немножко отвлекся, мне надо идти дальше. Так, идем туда. Идем вот так вот к моей лошади. Она же рядом с этим расистом остановилась вроде. Ту-ту-ту-ту-ту. А что он мне за брошюру, кстати, дал? Он мне дал какую-то брошюру. Брошюра о Евгенике. Че он там написал-то? Читать. Евгенухи или Евгеника. Каждый гражданин Америки должен сделать этот выбор. Если хочет обеспечить себе светлое будущее. Так это о том, почему белизна отражает все... все, но слепак истины. Вы испытываете вожделение, дорогой друг. Нам говорят, что возлежает дома ближнего, его слуги или его осла. Знаете, почему нельзя возлежать его осла? Все просто. Осел служит идеальным примером деградации и развращения, которым стремительно несется эта страна. Если мы взглянем в лицо правде, встречали ли вы животное глупее мула? Мул — это полукровка, потомок осла и кобыла. Только представьте, вы смотрите в окна и видите, как какой-то грязный осел пытается осеменить вашу породистую лошадку. Лошади должны скрещиваться с лошадьми, а ослы с ослами. Иначе последствия будут катастрофическими, а все американцы станут тупыми, как мулы, как говорит наука. Да, тут, короче, он начал говорить про то, что не должны по-любому белые с черными спать туда-сюда. Любите больше ближнего своего, будьте настоящими патриотами. Аминь. Профессор Норрис Порсель. Спасибо, конечно, за твою расистскую позицию, но я против такого. Так что давай, мы уходим. Мы уходим, идем дальше. Где он тут стоял, кстати, я уж не помню. Где ты, сука, стоял? По-моему, вот здесь, да? Где-то вот здесь он стоял. Но это уже не важно.
Алва, это можно туда зайти, а? Нет, конечно же, нет. Говорить. Привет, парни. Как дела? Я тут с расистом разобрался. Вы у нас тут только один расист, но его больше нет. Так, а чё у меня вообще тут есть еще представление? Здесь парикмахерская. Блять, я сколько уже нахожусь в этом Сен-Дени? Он все не заканчивается. Он все так и не хочет закончиться. Давай, догоняй. Блин, такую классную лошадь проебал. Мне прям понравилась она. Сука, придется в конюшне посмотреть, может, что-то такое есть. Такая с красной гривой, такая черненькая. Сука. А это, кстати, второй салон или это первый? Можешь зайти сюда? Ну, давай зайдем. Посмотрим. Было здесь, нет? О, там какой-то незнакомец. Какого дьявола? Это новая рубашка. О, а ты кто такой? Блять, здорово. Да, блядь, но у меня бывало и похуже. О. Ну почему я? Ты про чё, блядь? Чё-то он раскипишевался, потому что я тут бегал. Не, минус опять случайная встреча. Я вас понял. Так, а чё? Как в салон-то попасть? Здесь, что ли? Я хочу в салон. Посмотреть. Чё за салон? Чё тут за туса происходит? Тут-тут-тут-тут. Кстати, мне можно это... Покушать, пожалуйста. Да, у меня выносливости нет. На что-нибудь такое, да. Тут, короче, вечеринка аристократов, я вас понял. Я тут брошу консервную банку, вы не против, да? Здорово, ребята. Биг бой, да, большой мальчик. Приятные и дружелюбные лица. Да, что, заходим. Салончик, значит. Самый большой, наверное, салон в Red Dead Redemption тут. Мистер, да? Мне это нравится. Да, тут ребята в картишки играют еще, ни хрена себе. Покер. Что со старой картой надо сделать, чтобы выпить на Лиле, да? Прошу прощения, приятель. Так, подожди. Вы даже пить не умеете? Напитки. Давай, короче, виски. За $1, ебать. За $1 виски. А в других кафешках за 50 центов. Давай бахнем. Чё за мужик? Чё ещё? Сколько смерть на этом большом городке скучно. Привет, парни. Все дела скучно, должно быть стыдно, а он у приятеля. Чё, давай? Среди вас нет ни одного человека с живым умом или дурачным, да, среди вас... Блять. Значит, здесь было изощрённее. Ну, такие байки, как сам дьявол покраснел. Бля, так быстро субтитры проходят. А теперь в прошлом. Дело перебывался в края. Нам осталось только замешливать праведники. Никого, да-да-да, нам осталось... Да. Ни капельки веселья, да. Блять, веселите вот эту мадам, конечно. Ей что-то тут не нравится, сука. Какая-то зажиравшаяся аристократка. Я даже не знаю, какой на нее фильтр подобрать. Она вся такая контрастная. Сука. Ну, вот такой, кстати, вот более-менее, но... Блять. Можно менее контрастным сделать. Вот, да, вот это вот дело. И теперь... А, только все. Простой режим нельзя. Ну, давай. Сфоткаем аристократку. Мадам, здорово. Добрый вечер. О, ебать. Ну что уставился, пастух? Даже и не знаю. Ну, к этой машине тебе, наверное, не привыкать, дорогуша. А теперь кэш отсюда, я жду, когда явится более интересный собеседник. Чё, блять? Ты чё, дура, что ли? Йоу, незнакомка. Сесть. Миндаль. А мне похер, я сяду. А, это миндаль сесть, окей. Я думал, это сесть, я не так прочитал.
Но она закончила болтать. Бля. Прошу прощения. Ничего, ничего, ничего. Прошу прощения. Блять, у вас тут тесно, я хочу... А знаете что? Да тяжело тут толкаться. Не, не знаете, игнорумусы. Игнорумус — это невежда, латинское слово как... Кунилингус. Блять, какие словечки пошли, а? Я дам, образованная папуля нашел мне замечательного учителя. Но бедняга влюбился в мою мать и повесился. О, какие байки. Правильно говорит, повесился, а не вздернулся. У нас тут все время кто-нибудь линчует. Вы никогда не следили за чистотой языка. Боже, как мне скучно. Бля, больше с ней говорить нельзя. Back off, блядь. У них тут не разойтись в этой ебучей кафешке. Так тесно. Здорово, джентльмены. Да, джентльмены. Да, 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 мистер, мистер. Короче, мне можно стейк из свиной части. Самый дорогой. Да, выпивка была. Мы норм закончила и сожгла. Нет больше романа, такая туфта получилась. Ну, короче, да. Помучив 30, ненавидит своих персонажей. О, ну-ка, короче, какая-то писательница, я так понял, да? Какая-то писательница. Том, где Том? Блин, такой пиздатый кадр на самом деле. Можно тут нащупать. Вот какой-нибудь такой, блядь, я даже не знаю. Чтобы Артура не было, конечно, видно. Потому что Артур не хочет садиться. Какой-нибудь... Блять, ну это расплывчато все равно. Это расплывчато тут не... Как вот? Он так вот только не расплывчато. Чтобы Артура тоже было видно. Но Артур тут не в тему. А, ну только если только от первого лица вот так вот. Да, такое. Живем здорово, богато. Бухаем. Давай как-нибудь. Что-нибудь, какой-нибудь такой вот... Классический, но, ну, такой мне, в принципе, нравится. Вот, можно такой. Только непонятно, что он в руках держит. А именно, ничего. Приятель. Так, мужик, ты давай показывай, что ты там в руках держишь. Я это... Какую-то невидимую рюмку. Когда ты придумал, качай последний бредятина Эвелина Миллера. Боже, это недалекий простофиля. Все в порядке. Я как-то видел... блять... Слишком много субтитров. Не хочется мной говорить. Короче, это... Ой, мадам, это... Эй, мистер. О, боже мой, какой занудный. Я ничего хотел из мужика, да. Короче, это... давайте в покер. Партейку в покер, мужики. Вот и по заслугам. Раздел помощи. Покер. Знаю я правила покера. У нас тут серьезная игра, значит. Большой плей, бля. Почему все меньше, блядь, дают бабок, а я больше? Чё за несправедливость? Банк $15. А, центов. Я понял. Так, 6-10. Ну... Давай, короче. Давай 30-ку поставим. Понял, да? 40 ответ на вашу ставку. 6-10, но я не знаю, насколько там, чё. Общие карты. 5-6. Не, давай, а давай ебанем ещё. Давай, давай, давай. Я смухлю, я знаю, что у меня говно карта, но я смухлю. Tell me. Чек. А чё, подожди. 6-3. Чек. Конечно, чек. Ну и чё, последняя карта какая? 20 ставка. Бля, я не знаю. У меня 10-6. По-моему, это херня. У меня ничего нет. Пас. Пас. Бля, загребастал себе все, сука.
Ой, бля, покер это, конечно, хорошо, но это долго. Это реально долго. Это может просто сожрать время только так. Пасану, блять. Пас. Блять, тупо смухлевал, сука. Блять, дебилы. Ой, дебилы, тупо на лохов взял. All in, блять. Малый блайт. Не, ну прикольно, но, блять, конечно, это азартная хрень. Прям пиздец, какая азартная. Можно даже сфоткаться на память как-нибудь вот так вот. Как карту раздает карт. И башит в покер. Блять, я опять тупо его наебал. Сука. Охуенно. Ебой. Я поднялся. Игр Поркера выиграно 5 из 5 игрок. Четко. Теперь удвойте ставку, выиграйте 5 игр Blackjack. Да ебаный в рот, вы что, серьезно? Я не хочу столько играть в покер, я и так уже сколько сижу. Наверное, это обрежу. Бля. Всех обыграл, блять. Все, бля, мужики, goodbye. Малый блайт один. Мы, короче, с ним одни остались. Я их тупо наебывал. Говорил, что у меня все хорошо. На самом деле у меня было не очень. И у него осталось 5 баксов. Я не знаю, обыграю я его или нет, конечно. Ура, блять. О. Я автоматом выиграл. Я просто нажал пропустить. Я просто нажал, блядь, таб, сука. Соснул, блядь, соснул. Соснул. Артур просто, блядь, мастер покера. Хоть я и правила не шибко знаю, но... Но, блядь, у него осталось 5 центов. У него осталось 5 центов. Он, блядь, лох ебаный сейчас. Я его просто обыграю нахер. Туз двойка. Я не знаю, давай. Поставка больше, чем у другого. Okay. Поэтому, да. Туз двойка. Типа, а что, я выиграл или нет? Чуть... А, типа, двойка. 7. Валет и... Бля, серьезно, он выиграл? Да ты заебал. Две пары, бля. Вальты и 10. Да ты бесишь, сука. Я хочу уже отыграться быстрее, у тебя все бабки выиграть. Я и так почти все выиграл у тебя. Бля. О, бля, мы выиграли банк, наконец-то, сука, все, 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 я закончил с покером, блядь. Чарли проигрывает все. Да, goodbye, Чарли. Goodbye, Чарли, вы, мужики, были... покер, нет соперников для игры. Вы были достойными соперниками, но я взял и выиграл весь ваш банк. Поэтому сосай. Просто сосай. А че, аристократка ушла, да? Походу ушла и оставила свою книжку. Эй, полегче, да, блять? Я и так полегче. Взял, обанкротил просто всех местных аристократов, блять. Артур Морган, шериф из Лимойна. Так оно и надо. Так, в общем, чё, мы куда идем дальше? На парикмахерскую, да? Ну, хотя я подстригаться не хочу. Эй, осторожнее. Единственное, что бы я взял, там тоники, вот. Тоники, если там продаются для волос, я их обязательно куплю. Давай, 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 давай. Блять. Ты куда едешь, дебил ебаный? Ой, конченый, ой, конченый, блять. Взял, въебался в меня.
Бля, как можно быть таким гонченым, а? Здорово. Постричь волосы. А че нельзя тоник купить, да? Сука, нельзя. Стиль. А че за стиль тут у вас? Ну, кстати, волосы у меня уже на максимум отросли. Волосы можно было бы и постричь, но нет. Наверное, нет. Помазать тут можно. Помазать я одобряю. А стрижка, ну... Не. Не. Вот борода и усы, блять, они что-то не растут. Они, сука, перестали расти у меня. Это не максимальная длина, я же знаю. Да еще три деления, сука. Это же... Ну да, три деления. Где эти ебучие тоники достать, я не знаю. Надо будет потом в магазин заехать. Можем к портному зайти потом. Зайти в домино пятерка. И в принципе все с Сен-Дени. Я не знаю, конечно, насколько интересно или интересные получатся эти серии. Просто Ой, бля, моя лошадь посрала. Просто хождение по Сен-Дени и исследование окрестностей, которых я... Блин, все хотел как-то проехаться тут, но никак не было времени. Квест это всегда не успеется сделаться. Там основная сюжетка. Вот. Покататься по Сен-Дени, поиграть в покер, такое да, такое не всегда. Такое, увы, не всегда. Так, что, портной? Портной где-то вот здесь. Че он мне сшьет? Извините. Да. Аккуратно. Мы никого не толкаем. Мы аристократы, блять. Вот как этот мужик, да. Все, все, все. Я мочу, когда получу право голоса. Ты... Поосторожнее, кто там? Кто там право голоса хочет? А, все, она уже не хочет право голоса. Видимо, то, что я. Земля равных, так же одни слова, пыль в глаза. О, фемка еще одна, да, очередная. Доброе утро. А вы, друг мой, что вы думаете о равном избирательном праве? Чтобы женщины голосовали? Ну почему бы и нет? О, спасибо, сэр, сразу видно просвещенного человека. Если кто-то настолько туп, что идти на улицу, то почему бы и нет? Надо же, очередной циник. Надеюсь, вы еще вырастите поумнее, молодой человек. Да. Меня вообще ничего не красит, это моя особенность. Да. Тупо такая, блядь, знаешь, за фемка, вот просто классическая аристократка, блядь. Можно только кадр, пожалуйста? Охуенно, посмотри вот туда, вот, охуенный кадр. Просто пизда ты такая. Такая, оп. Я, блядь, за равноправие женщин. Вумен. Тупо, блядь, за вумен. О, да, вот такая. Блядь. А можно как-нибудь это... Лучше не могли войти в историю. Она опять начала базарить. Женщины достойны определять будущее наравне с мужчинами. Да понял я. Все говорят, что это страна свободы, блядь. Только почему голосовать мне не дают? Да понял я, блядь, все. Можешь не говорить мне тут про свое это равноправие. Знаем мы это все. Только, блядь, вы меня впустите к портному. Что за портной у вас тут? Наверное, какой-то профессиональный. Делается на высшем уровне. Алвай, блядь. А, вот, зашел. Кажется, зашел. О, у него тут, у него прям большой тут ассортимент. Да, мне надо сохраниться. Мне надо определенно сохраниться куда-нибудь. Давай сюда. 49,8 было. 40, да, 49,8 также и осталось. Хотя посмотрел, ну, много чего. И в покер поиграл. Блять, давай, 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 давай. Иди, 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 иди. Блять, ты че? Иди! Артур, блять! Сел и застрял что-то. Так, здорово. Я гражданка Америки. Ну же, люди, дайте мне право голоса. Здорово. Что есть у тебя? Так, что-то там он сказал, но я не успел. Костюмы, шляпы. Что за костюмы? Мне можно какой-нибудь такой, знаешь... Хороший костюм, чтобы Сен-Дени прекрасный. В этом сезоне мы подали более 90 тысяч комплектов одежды. Ну, это какой-то, знаешь, такой стандартный. Стандартный, который у всех есть. А мне нужен какой-нибудь... Вот, что-нибудь...
Да, вот Бриетта нельзя сбросить сейчас половину населения. Это одежда уверенного, дерзновенного мужчины. Вот что-нибудь такое. Вот такое я бы взял. Это вот прям, знаешь, вот смотришь на эту трость и его в руке, вот этот фраг, шляпку. Сразу видно, что он настоящий аристократ. Просто так оно и есть. Только можно вот купить, посмотреть теперь. Да, вот аристократ вот самый настоящий. Только они мне не дадут его. Я еще не дорос до этого уровня, походу. Британь. Все костюмы. Британь. Давиль. Сен-Дени. Карсон. Ну, от Британь, ну давай, что ли. Че, покупаем? Да, Британь. Более-менее по-аристократски выглядит, че. А шляпки че? Шляпа, кстати, больше тут прям. Ассортименты ебанись. Подожди. Шляпка охотников, пиздец. Это реально пиздец. Я вот сколько смотрю, но реально вот взяли и заморочились для каждой. Сука, даже шляпки. Даже, блядь, мать его, шляпки сделали описание. Даже примитивное полностью. Что? Модный узор. Даже примитивное описание, ну, блядь, сделали же. Пиздец. Это жестко. Ну, может быть, я бы шляпу, кстати, поменял. Мне не шибко понравилась шляпа. Какая-то она не очень. Да, что-нибудь. Давай посмотреть. Не, можно? Не-не-не-не-не-не. Нет, мне надо посмотреть все. Все шляпы. Вот. Да. Цилиндр. Труба. Ну, кстати, цилиндра у меня не было. Я вот цилиндр взял. Ну, тут много прикольных шляп. Но мы давай возьмем какой-нибудь цилиндр, труба. Такой, знаешь, цвет будет пусть какой-нибудь даже... Ну, с красненьким, ладно, вот. Beautiful. Так, а чё это? Здесь. Чё по костюмам? Все куртки. Ну-ка. Чё-нибудь. Дорожная куртка. Пальто стрелка, пальто из комодской шерсти, классический фартук, классический фраг. Блин, я не знаю, пальто стрелка. Можно что-нибудь, кстати, такое. Вот уже имеется. Да, чисто такой красный стиль, весь на моде. Читать. Дальше, что еще читать? Читать. И читать. Ну все, в принципе. А, нет, у него еще рубашки, бля. У него еще и рубашки ебанутые. Просто, блядь, рубашки. Французская, классическая. Жилетки. Не, в жилетках мы ходили. Как бы уже что-то хочется такое посерьезнее. Цилиндры, все дела. Штанишки. Штанишки, в принципе, мне и мои нравятся. Оп. И, в принципе, да, уже до ботинок даже шел. Ну, ботинки я, наверное, поменял. Вот ботинки давай посмотрим. О, ебать. Подожди. Хотя мне нравятся эти ботинки. О, да тут... Ебать, тут прям сапоги рабочего. Сапоги скорострел. Скорострел люкс с накладками. Еее, старый запад. Дробильщик. Кавалерские. Классические сапоги, английские сапоги, ковбойские сапоги, охотничьи сапоги, а очень прочный люкс сапог. Но я в них ходил, да, в самых люксовых. Ну, в принципе, но я не знаю, я... Нет, давай, короче, возьмем ковбойское. Мы же ковбой, блядь. Да, ковбойские, блядь, сапоги. Да, ну же, люди, дайте мне право голоса. Да ты заебала, блядь, своим равноправием. Бесишь уже, понял я, что тебя ущемляют, что ты несчастная в этой жизни. Ну, блядь, ну зачем это говорить по 100 раз? Все. Мы это уже поняли. Все, мы тут вообще про сапоги читаем. Нам тут не до равноправия. Как бы. Старый запад, скорострел, блядь, украшение стрелкой. Если чисто ставить видео на паузу, то можно все это дело прочитать. Да. Да. А, бля, подожди, перчатки. А что по перчаткам? Перчатки-то тоже. Перчатки тоже хорошие. Ну, давай. Давай все перчатки. Все. Кавалерийские перчатки. Перчатки стрелка. Да ну, что-то нет. Что-то как-то нет. Можно, конечно, что-нибудь такое. Да, давай вот такое. Перчатки для верховой езды. Так, а что еще тут? Лямки, блядь. Галстуки, даже галстуки, сука. Сука, а ну-ка, давай галстук посмотрим. Хотя его видно не будет, один фиг.
к сексу Аарона шею. Длинный, не, пышный галстук. Ну какой-то, ну какой-то нет. Давай это, длинный, короче, галстук. Какой-нибудь беленький. Чтобы выделялся, знаешь, имидж, все дела, надо, чтобы это... А, достоинство вот это вот, оно было на виду. Блять, не туда, не туда, не туда. Или это все? Или это все? А, ну, конечно же, не все тут. Тут еще дофига чего. Не, лямки не надо. Вот лямки, не, я не одобряю, не люблю лямки. Не, цветочный паучапса, что это такое? Ой, а что это такое-то? Имеется, ну. Пусть будет это. Имеется. Так, а тут еще выделанные паучапсы. Ну, не. Как бы не. А это что такое? А, это, ну, кстати. Да. Кстати, да. Так, а это что? Шпоры какие-то. А, это эти железяки. Но тут бы, блин, расцветка, конечно, неудачная. Либо такая, либо темная. Давай темная. Yes. Это что такое? Это что за такое? А, тут другой цвет, блядь. Ну, такой лучше, конечно. Шпоры всадника. Так, это прочитали? Все прочитали, блядь. Просто читка у нас, блядь, одна сплошная идет. Шпоры всадника Гарден. Шпоры всадника Люкс какой-то. А, ну нет, это не. Не надо, вот эти вот всякие железячки, погремушки, нет. А вот это что? Ну, тут как бы более-менее органично, можно даже это взять. Квестнич, давай вот это вот квестнич. Деньги позволяют, можем Артура переодеть, как захотим. Так, и что еще тут? Шпоры? Не, херня. А это? Херня. Не на стиле, не. Такое. Ну, вот это прикольно, но... Ну, нет. Но, нет, все, мы все посмотрели, бля. Все, давай. Все, мы уходим. Should be good. Так, что тут есть у тебя еще? Все, больше ничего. Какая-то мадама в окно смотрит. Видимо, не знает, что прикупить. Так, а что еще тут вот это... Домино пятерка. Ну, можем сходить в кино. В принципе, чё бы нет. Единственное, что здесь осталось. Да. Теперь мы, знаешь, мы как практически полноценный Я хочу, да. Мы как практически полноценный аристократ, только без тросточки. Нет. Мы не полноценный аристократ до тех пор, пока не возьмем и не выкурим блатную сигару. Вот теперь мы полноценный аристократ, блядь, с белым галстуком и с белой лошадью. Просто, блядь, охуенно. Пиздато. Давай какой-нибудь такой. Типа, блядь, это был мой дед, как бы. Вот бывает, родственники показывают там фотографии своих предков, и ты такой показываешь. Это, блядь, мой прапрапрадедушка, зовут его Артур Морган, блядь. Вот стоит такой, курит сигару, значит... На фоне своей лошади. И теперь не может залезть на лошадь. Потому что тут одна жирная мадам ходит. Все. Ушла. Все, поехали. Вообще можно было бы что-нибудь белое приодеть под свою лошадь. Ну, красный он побогаче смотрится. Мне кажется, чем белый. Белый тоже, конечно, стильно и элегантно, но не так, как красный. Красный наше все. Где можно приобрести билетик, а? На великолепное представление, которое меня ждет. А, туда не впускают. А где впускают? А где, сука, впускают на представление аристократов, а? Сказали, блядь, здесь представление, а его нет. Может быть, с внутреннего двора как-то? Сейчас обойду. Обойду, посмотрю. Я ничего не вижу. Блять, где может... А, здесь, наверное, ход, да? Здравствуй, сэр. Где тут это? Обещали представление показать. Очень шикарное. Как он элегантно толкал дверь, чтобы никого не спугнуть. Блять, может быть, сюда? Что, наверное, и логично. Такая дверь большая. Дайте, женщина, право, блять. Заебала ты своим правом.
Короче, что за представление, ну-ка.